Более 35 миллионов рублей из федерального бюджета на создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов получит Чувашия в 2015 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В последние три года в 66 школах создана универсальная безбарьерная среда для маломобильных групп населения. На эти цели было направлено около 200 миллионов рублей, которые пошли на ремонтные работы. Установку пандусов, расширение дверных проемов парадных входов, раздевалок, столовых, закупку специализированного учебного и реабилитационного оборудования. В этом году к программе присоединятся еще 30 с лишним республиканских школ.